Егор Савин учится в 9 классе. Из-за пандемии в школу не ходит. Сначала занимался сам. Учителя сбрасывали задания. Что-то делал, чего-то нет. А сейчас начало занятий ждет даже с радостью. Для этого в определенные часы по расписанию нужно включать компьютер, открывать Zoom и в очень удобном формате видеоконференции учить математику, английский или физику. Такой эксперимент на своих детях обкатали две гомельские предпринимательницы Оксана Шевченко и Алевтина Новикова. Теперь волонтерский проект могут принимать буквально любого белорусского ученика от 5 до 10 класса. Изучать можно около 10 основных предметов. Причем дети в зависимости от уровня знаний распределены по группам. Самое сложное, говорит Алевтина Новикова, было найти учителей. Мало кто сходу соглашался работать онлайн. Все происходило очень быстро. Вот у нас прошел первый урок, первый день. И тут же нужно второй день, второй урок. То есть мы заполняли расписание вот каждый день. Мы тут же стали как бы искать следующих учителей для того, чтобы вот этот следующий день и следующий прошел. То есть мы понимали, однозначно нам нужна физика, математика, языки. Вот сложнее всего было найти учителей русского и белорусского языка. Половина учащихся Гомельской школы социального предпринимательства моментально сообразила, что к чему, и ушла в онлайн. Пандемия ограничила их в одном, зато предоставила бесконечные возможности в другом – расширять свои проекты и выходить с ними далеко за пределы Беларуси. Предприниматели, у которых не существует каких-то барьеров, которые мыслят очень широко, они сразу же понимают, что онлайн дает возможность вывести свой бизнес далеко за пределы нашего города. И вот эту возможность, если вовремя рассмотреть, то бизнес достаточно быстро можно раскрутить, поставить на ноги и сделать устойчивым и эффективным. Татьяна Лукомская одна из тех, кто буквально за несколько дней перевел свою деятельность в онлайн. Изначально ее проект «Имидж школа для девочек» и задумывался как интерактивный. Но потом гомельчанка арендовала помещение и начала обучать будущих леди офлайн. Переходя в онлайн-режим, надобность в аренде постоянного помещения, она отпала сама собой, не говоря о том, что это достаточно дорого. И тем самым мы отказались от помещения, сэкономили. Несмотря на то, что мы сократили стоимость обучения для родителей, мы на 25% снизили стоимость. Тем не менее, мы сейчас справляемся даже с этой суммой, ну, потому что, наверное, так было бы более честно и в отношении родительских доходов поступить. И вторая проблема, с которой мы серьезно столкнулись, это сокращение детей. Дети все-таки стало учиться меньше у нас девочек, чем было. И это связано с двумя основными причинами. Первое, мы сами вынуждены были отказаться от младшей группы, потому что представить, как 6-7-летние девочки самостоятельно занимаются онлайне, это сложно. Поэтому здесь мы сами пошли на такой шаг. А с другой стороны, не все родители поддержали эту идею. Часть родителей отказались от онлайн-обучения. Кто-то посчитал это неэффективным, кто-то невозможным. Ну и с другой стороны, их тоже нужно понять, потому что мы все разные, и мы по-разному смотрим на вопрос наличия технических средств в жизни ребенка. Вплотную занялась онлайн-деятельностью руководитель студии современного танца Татьяна Кудровец. Девушка уже 10 лет учит детей и взрослых танцевать. Стрит-шоу, экспериментальная хореография, джаз-поп. В общем, все самые популярные направления. Пандемия вынудила групповые занятия остановить. Теперь Татьяна записывает каждый урок пошагово и отправляет своим ученикам. А те присылают видеоотчет. Процесс видеосъемок, подготовка к домашним заданиям не так уж и сложный. Просто прикрепляем наш телефон к штативу, включаю видео вот сюда, отхожу. И для начала мы будем разбирать это все медленно. Связки, подсчет я буду рассказывать поэтапно. Потом отдельным уроком снимаю видео под музыку. Так, в принципе, все и проходит. Скидываю это все ученикам, ребятам, их родителям. И уже в домашних условиях они это все изучают. И потом присылают мне обязательно видеоотчет. Маша Емельянова в студии танца 4 года. Говорит, что очень скучает по занятиям в зале. Но бросать тренировки не собирается. Выполняет все задания руководителя и ждет, когда можно будет встретиться с Татьяной Кудровец и подружками лично. Пока же нужно выучить элементы хип-хопа. Сложно без тренера, когда она не рядом, а где-то далеко заниматься? Нет, когда хороший тренер, тогда это интернет хорошо. А Татьяна хороший тренер? Конечно. А какое направление тебе нравится больше всего? Хип-хоп. Ну, сложно? Я уже привыкла за 4 года, мне хорошо. А скажи, вот что самое сложное в таком обучении? Вот, когда через интернет. Ничего сложного нет, просто если есть желание, то можно танцевать. Танцы – это мое любимое хобби. Я всегда тренируюсь, вот просто на полную выкладываюсь, мне это в кайф.
И всем тоже советую заниматься. Наверное, всех героев сюжета объединяет главное. Они хотят во что бы то ни стало заниматься делом, которое для них смысл жизни. И те преграды, которые неожиданно появились на их пути, помогли стать сильнее и узнать, какой огромный потенциал заложен в каждом человеке, если он не собирается отступать от своей цели. Марина Джалая, Павел Антонов, Новости недели.